Они не только спасают природу от огня, но и от мусора тоже. Ульяновские пожарные приняли участие во всероссийском субботнике «Зеленая Россия». Дружные команды и спасатели 5-й части вышли в парк «Дружбы народов» и, вооружившись рукавицами и огромными пакетами для мусора, очистили береговую линию. Пластик, стекло, бумага не только загрязняют территорию, но и способны привести к большой беде, к пожару. Приятно гулять по этому парку, может быть, своими семьями, своими друзьями. Вот. Считаю, что это очень полезное дело и развивает культуру наших людей. Осень, как и весна, время субботников. В зиму скверы и парки должны войти чистыми и ухоженными.